Ребята, всем привет! Мы к вам вернулись. Мы ну, это уже как нашли. Бы не странно, не удивительно. Да, согласна. В общем, мы сейчас решили то, что все-таки мы... Это Лера? Лера! Мы понимаем то, что мы все-таки сначала найдем, да, найдем, мы просто будем ее искать. Ребят, письма с нами все два. Сейчас... Ой-о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 й! Мне же... Я тебе говорю... Проходим. Мне на голову чуть не свалилось! Я когда проходила, там эта фигня упала, я стояла просто в стороне сестры и сразу закрыла глаза, потому что, блин, знаете, как рефлексно так получается. Господи, я это засняла. Молодец. Ну, по сути, я это засняла. Я точно не помню, какая камера была, но я это засняла. Вон, смотрите, она валяется. Давайте... Я не могу, я настолько сильно уже устала. Надо искать Леру, короче, я говорю. Пошлите. Лера! Пойдем наверх. Все, наверх. Давайте, быстро, аккуратно. Быстрее, я боюсь. Снимаем, Дима. Все, что да. Ребята, окей. Сейчас напишут в комментариях, что мы себя снимаем. Окей, давай. Может, она за этой дверью? Да не, а ее нельзя открыть. Я могу ее выломать. Не выламывай. А, ладно, окей. Все, окей, начнем. У меня закрыто. Здесь никого нет. Это что ж такое? Лера! Так она, блин, она ж... Так вообще, что у нас этажа быстрее, на этаж. Давай. С этажа на этаж, да. Вот еще письмо! Письмо? Да. Я это сняла, она упала, вот. Еще одно. Давай, читай. Что? Человечка. Один за чё? Три девочки, наверное, и один мальчик. То есть раз, два. Это мы. Да. Лера зачёрнута, потому что Леры с нами нету. Правильно? Правильно. Ты засняла? Я засняла. Боже мой. И что нам с этим делать, короче? Очень стрёмно. Пошли, пройдемся. Очень стрёмно, реально очень стрёмно. А, это вытрушивает одеяло. Ну, ого, кстати. Знаешь, чтобы не упало. А я не помню того момента, что здесь... У нас квартира разрядится. Ребята, если вырубится камера, подождите, тихо, надо. Держи, быстро, пауэрбанк. Просто я очень боюсь, что мы, если что-то с вами случится, да, то если вдруг вырубится. Быстрее, пауэрбанк. Сейчас. Да блин. Ниже. Просто снимай себя, сейчас. Какая разница? Нам главное снять, что будет дальше, не сейчас тебя. Ой-ой-ой. Лера, подожди, сейчас. Доставай пауэрбанк. Она, походу, не будет заряжаться сейчас. Почему? Ребята, в общем, простите, если вдруг камера вырубится. Ну, пока снимает, заряжаете? Нет, по-моему, я не знаю. Ребята, если вдруг вырубится, простите, пожалуйста. Знаете, у нас просто разрядилась камера. Тихо. Лера. Пошли. Лера. Наверх. Идемте наверх, да. Пошли. Быстрее. Кто здесь? Лера, ты тут? Аня! Блин, камера, тихо, да быстрее убирай! Ты нормально? Аня? Нормально?
Аня, что случилось? Берите этот шнур. Иди сюда, Аня. Тихо. Все хорошо? Тихо. Стой. Все хорошо? Лера! Что делать? Что делать? Быстрее. Вон там. Тихо, вот сюда, да, вот здесь, вот, давайте посмотрим. А, блин, это выход вот сюда. Блин. О, господи, Дима, я тебя испугалась. Ты где, Ань? А. Так где она, блин, почему она постоянно в разных местах оказывается? Пошлите. Кстати, а вдруг вот тут вот есть потайное фото? Я все-таки хочу сюда все-таки зайти и посмотреть. Блин, у меня пауэрбанк сейчас разря... Как сюда? Не. Она уже там, походу. Там уже кто-то. Пошли сюда быстрее. Я не знаю, что делать. Господи, я не знаю, что делать. Все, камера заряжается, слава богу, все окей. Очень неудобно держать камеру с пауэрбанком и очень сильно замерзают руки, поэтому простите за всякие неполадки. Очень холодно. Страшно. Лера! Что делать? Что делать? Я не понимаю. Идемте вот сюда, в нашу вот эту вот обычную комнату, где мы постоянно... Пожалуйста, дайте подсказку, еще одно письмо или что-то, пожалуйста. Мы ничего не понимаем. Что делать? Лера. Может быть, здесь будет что-то написано или что? Ты слышала? Смотри. Куда? Наверху, внизу? Телефон! Это твой телефон? Это Лера. Да? Мы Лерон телефон нашли. Я когда спустилась вниз, короче, там кто-то начал сильно рыбанить по стенке. Я сразу поднялась наверх. Мне просто очень было плохо. Я просто хотела... Просто говорю сразу, просто когда... Знаете, когда человека душат, или как, я не знаю, как... Знаете, как типа самоубийство делается? Когда подвязывается эту виселицу, или как это правильно говорить, петлю, короче. Когда я ее... Когда я даже не знаю, как это могло произойти. Она у меня, понимаете, вы уже ушли, она у меня на горле оказалась. Я не понимаю, как такое вообще могло произойти. У меня просто был стресс. Все. Я просто сразу начала орать. Меня такое пьешь, что это было, как, знаете, когда хочется рвать очень сильно. И я очень сильно тогда в тот момент хотела рыгать. Я не знаю, почему. Фу, это очень звучит плохо, но прикол в том, что, короче, фу. Ребята, я уже не могу просто. Ну все, ничего страшного. Надо сейчас начала задыхаться просто. Сейчас просто самое главное, понимаете, чтобы мы нашли Леру. Это поэтому я предлагаю сейчас все-таки спуститься вниз. Сейчас, тихо. Кто здесь? Пошлите быстрее просто. Лера! Видела? Да, я потом уже. Да. Пойдемте вот сюда, вот сюда. Пипец, что происходит просто. Я не понимаю. Что делать? Смотри. Пипец. Господи. Ты...
Ребята, в общем, всем пока. Сейчас будет следующее видео. Обязательно... В общем, ребята, всем пока. Мы вас очень сильно любим. Если вдруг что-то вы заметили, обязательно напишите комментарий. Целуем, пока. Что такое, Ань? Аня!